Привет! Привет! Что, все идут на свет, да? Ну что ты со мной? Давай уроком. О, какая у меня компания. Какие мужчины. She's in the new sensations, new kicks, no lights. She's got the new addiction. Татьяна, вас очень хорошо видно, но совершенно не слышно. Представитель компании «Азия Групп» Дениса Александрова. Итак, приз получает «Азия Групп». И на сцену поднимается Денис Александров, медиа-директор компании. Он уже здесь. Сказать огромное спасибо самому отзывчивому заказчику, быстро решавшему самые сложные вопросы. Большое спасибо Вирадио за настойчивость и отдельно Маше за таблички. Татьяна Денис, большое спасибо, пожалуйста, занимайте ваши места сами. Это была последняя на сегодня номинация. А следом за ней грядет и финальный поединок формата BI. На сцене инструментальная битва. Звук живой и электронный. We'll be right back.
Нет, нет, не было. Пирога. Это еще одна традиция VIP-клуба. Сегодня мы находимся в виртуальном мире, а значит и торт испечен по специальной и реальной технологии. Встречайте торт Мегапиксель! Thank you.
вот, из обязательной программы на сегодня, кажется, все. Я предлагаю всем решиться и попробовать этот торт. Выглядит он очень вкусным. Мы же удаляемся, потому что нам только что сообщили, что из дальних уголков виртуальной и реальности к нам прорвался сумасшедший ученый, который сумел синтезировать гибрид звука и света. Встречайте проект «Манекен».